Сегодня 9 августа 2015 года. Мы находимся в центре Франции, в центре Парижа. Это Елисейские поля. Впереди, с одной стороны, Триумфальная арка, с другой стороны, сад Тюльри, за которым находится Лувр. И вдоль Елисейских полей Михаил совершает пробежку. Там уже показался, бежит от Триумфальной арки в сторону Лувра. Спорт везде спорт. Вперед к Лувру.